Здравия желаю. Значит, тот движок, который вчера пробовал на 24 вольта, без сварки мне не удалось закрепить. То есть вырывает. Ну так, немножко удалось там подкрутить его. КПД вышел там чуть больше 1000%. То есть пока отложим, пока нет сварки. А возможно, что и пока и варить не надо, потому что, может, мотор будет не на 124, как у меня, на 300 или на 500 хотя бы, на киловатт. Можно на 900 при таком двигателе. И сейчас я пока самодельно решил запустить. Там маловато магнитов. КПД вышло всего 200, сейчас скажу, КПД вышло 203%, так как магнитов мало и выход у него слабоват. Сейчас вот жду из Китая магниты. Осталось там, пишут, 4 дня уже, как бы, на закрытие заказа. И написано, что где товар, никто не знает. Данные неизвестны. Видите как? Я сейчас покажу пока то, что я сегодня запускаю пока, как говорится, за неимением лучшего. Запускаем, что есть. Ну, это тот же мотор, что и вчера, 300, за 280-300 ватт. И этот на 400 ватт, за 360 где-то, 4, ну, 360. За 360 ватт, вот магнит у него маленький. Видите, магнит маленький, поэтому выход небольшой. Выход что-то 18 с чем-то ватт. Сейчас включим. Включим, посмотрите. Так. Поставил на одну секунду и на одну десятую работает. Вот. Одну секунду питание поступает. Вот сейчас посмотрим. Вот разгонится. 12,4 выход. 12,5. В общем, от 12, от 12,5 до 12. В общем, 12 это. В среднем 12. То есть, когда включено питание, где-то 12,5. Когда на инерции 12. Потребление по счетчику смерял 102 ватта в систему, а выход, сейчас я вам скажу, какой выход. Выход у него 11 раз. Значит, выход 360 ватт это мотор. Разделим на 18. 19,6 помножим на 11 раз он работает, выход. В то время как вход 1 раз, 1/10 секунды, а потом 10 периодов питание поступает. 216, видите, получается. А тут 102. Разделим на 102. 211, 212. 200 КПД, такого 212. Но можно усилить. Можно усилить за счет того, что все-таки магниты придут. Налепить еще магнитов сюда. Там только один магнит. Сверху, видите. Вон, торчит. Поэтому выход не очень.
Но зато он не тратит для возбуждения. То есть получается 208. КПД 208. Такой системы. Ну а то будем делать, то более перспективное, там до 1000 КПД, но надо сварку. Но я пока не хожу к сварщику, я думаю, что может где-то мотор найду более мощный, тогда можно будет сходить, приварить и проверить.